Вы заметили, как чудесно украшен, да? Вы знаете, на самом деле это крест, крест позора был. В сущности, беше кръстен позор. Он был из грубых деревьев. Беше направен от грубо дерево. На нем была пролита кровь. И върху него била пролята кръв. Такие безобразные железные гвозди были забиты в руки Иисуса Христа. Много грозные, големи гвозди были забиты в ръцете на Иисус. Но сегодня этот крест дает новую жизнь. Обаче днес този кръст дава нов живот. Мы сейчас слышали свидетельство, правда же? И сега чухме свидетелството. Когда-то, знаете, Иисус пришел и в мою жизнь тоже. И някога Иисус е дошел и в мой живот също. И изменил мою жизнь. И е променил мой очень живот. Очень сильно. Много. Знаете, я хочу сегодня тоже обратиться, если кто-то еще не пережил вот это вот прекрасное преображение. И я искам да се обърна към вас, ако някой все още не е преживял това невероятно преображение. Если вы не чувствуете еще, что цветы цветут у вас в душе. И ако още не усещате, че цветята цъфтят в душата ви. Знаете, сейчас вот есть время принять Иисуса Христа. Сега е този момент да приемате Иисус Христос. Есть здесь люди, которые хотели бы принять Иисуса Христа? Има ли хора, които биха искали да приемат? Мы все вместе поможем вам войти в это. Ще ви помогнем. В это состояние рая. Да влезем в состоянието на този рай. Есть люди такие здесь. Вы приняли Иисуса? Приняли как своего Господа? Приняли Иисуса Христа? Хорошо. Слава Богу. Кто хочет принять Иисуса, подойдите к Даше. Ако някой иска да приеме, она поведет вас в молитве примирения с Богом, в молитве покаяния. Ще се молим за вас. Знаете, вот здесь помимо чудесного креста есть еще венец. И освен кръста има и венец. Вы знаете, что венец одевали Иисусу на голову. Знаете, что той был слаган върху головата на Бог. Знаете, один чудесный брат венец этот сделал. Един чудесен брат и направил този венец. И я знаю, что когда он его делал, знам, он исколол себе все руки. Го е правил, той си ободил ну, всичките ръце. По секрету от кого-то я узнала. Вы представляете, что значит сделать венец? Представите ли си да се направи този венец? А что значит получить этот венец на голову? А какво значи да бъде сложен венец на главата? И когда ударяли по нему? И да, ви, да го ударят, ну, да вы го знаете, забиват в главата? Иисус это претерпел ради тебя. Обаче Иисус е претерпял това заради теб. Скажи ради меня. Кажете заради мен. Ради меня. Для того, чтобы сегодня в моей душе да може днес в были вот, вот это белое покрывало праведности, да на праведности и вот эти прекрасные цветы в моей душе. Цветя. И вы знаете, есть у нас еще одни цветы, это наши дети. И давайте мы попросим цветя, убрать ни. Здесь сцену.